У депутатов Государственной Думы России региональная неделя. Парламентарии от Чувашии встречаются с трудовыми коллективами, проводят приемы граждан, решают другие задачи. Леонид Черкесов побывал в Хадарской школе Шумерлинского района. Хадарская школа – одна из старейших в Чувашии. Ее открыл Илья Николаевич Ульянов в позапрошлом веке. Депутат Госдумы Леонид Черкесов – выпускник этой школы. Приехал с комплектом амуниции для хоккейной команды. Кстати, детская сборная Шумерлинского района на 80% состоит из хоккеистов Хадарской школы. Уже 2 года благотворительный фонд поддержки детско-юношеского здоровья и спорта, чей попечительский совет возглавляет Леонид Ильич, одевает команды школьной хоккейной лиги. В Чебоксарах новую форму получили 32 команды. Теперь пришла очередь района в Чувашии. А депутат Госдумы Алена Аршинова побывала в школе и детском саду. Надежда для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Она привезла мобильные коляски для прогулок ребятам, которым сложно передвигаться самостоятельно.